просто делая свое дело. А я делаю то, что должен. Заперт, чтобы открыть дверь. Подай на нее питание. Thank you.
Эй, грузится. Похоже, Икар прикрыли, чтобы освободить ресурсы для какого-то проекта Персей. Известно ли, что его финансировала армия? Сдается мне, Феттел и его солдаты именно оттуда.
Данные загружаются. Так, я был прав. Целью Персея была подготовка телепатов для управления солдатами-клонами. Веттл был единственным, с кем они работали. Однако его везде называют второй прототип. Странно. Thank you.
Два новых сообщения. Первое сообщение. Женевьева арестит. Харлан, это Женевьева. Я прекрасно понимаю твои чувства, правда. Но сейчас не время для эмоций. Если они узнают про источник, нас ждут большие проблемы. Надо заметать следы. Согласен? Следующее сообщение. Женевьева арестит. Харлан, это снова я. Если тебе нужны мои извинения, я извиняюсь. Ты был прав, я нет. Я не хочу тебя обидеть, но ситуация критическая. Я отправила туда Мейпса. Пусть он закончит дело, раз уж ты не хочешь. Хотя бы не мешай ему, ладно? Сообщений больше нет. Объект, пока он ее не выпустит. Там 4 предохранителя. Выведи их из строя. Взлетит на воздух вместе с ней. Если он выпустит Альму, останови его. Пропадает. Связь может прерваться в любой момент. Осторожнее с Вейдом. Кто знает, на что он еще способен.